Друзья, всем привет! Приехали мы на одно озеро, можно сказать, даже пруд. Прозрачно здесь, конечно, желает лучшего. Аксакал, полметра. Скажи, сколько? Полметра. Полметра. Он, кстати, отказался плавать, да, Наэль? Давай покажем прозрачность. Ну, как говорится, татары не сдаются, поэтому мы покажем, что здесь можно взять. Наэль, почему ты не плаваешь со мной, скажи мне? Ну, потому что есть бешеные татары, а есть нормальные. Бешеные плавают. Я сейчас посмотрю. Но прозрак полметра, это однозначно, я говорю. До этого пруд был еще меньше. Что, забьемся, что я сейчас выдерну что-нибудь отсюда? Это только по чуйке. По чуйке. Не, ну давай. Если, короче, я выиграю... То с тебя что-то, если ты выиграешь, то с меня что-то. Давай. На что? На что-нибудь, ты сам решишь? Ну давай, на, короче, на бутылку кумыса. Хорошо. Забились, договорились? Все. Ну теперь у меня нет выбора, как Наэль говорит, бешеный татарин должен взять свое. Ну все, погнали. Давай, удачи. Спасибо. И вам не хворать, как говорится. На ощупь давай. Thank you.
Ну вот видишь, Наиль, упорство и труд награждаются трофейчиками, да, у нас? Конечно. В таком бутнике Радмир в луже найдет рыбу. Ну, Наиль, как ты этого красавца взял? А я за красотой гонюсь. Вообще хороший. Мне чем красивше, тем лучше. Да. Ты рад, что у тебя есть твой бешеный татарин? Я как понял, как с первой встречи я сразу понял, мне здорово повезло. Выключай камеру, я хочу искупаться. Без ничего. Поэтому ты точно давай положи, чтобы я спокойно пошел купаться. Знаем мы тебя. С бешеным татарином я научился в 62 года нырять 50-сантиметровой видимости. Рассказал ему о своей технике, да, секретной. Проснулись недавно. Славная была охота сегодня, да, отсекал? Как и обещал, стреляли на ощупь. После удачных охот сейчас будем заряжать коптилку. Через 40 минут будем снимать ее, ну и кушать вкусную рыбу. Хорошо. Смываем всякую грязь после долгой подводной охоты. Ну давай, Аксакал, твоя очередь. Как самочувствие? Супер! Девчонки, я чистый, свободен. Я твой номер телефона если укажу там. Ты не против? Нет, любовь должна, как сегодня звезда, она должна направить ее по нужному пути, нужному направлению. Это называется любовь. Это WhatsApp называется. В наше время. Ну ладно. Вот вам заслуженный кумыс. Честно, заработанный. Как и обещали, да? Наливай. Да убирай, убирай. Давай, твое здоровье, я один попью. Мужики, кумыс не наливает. Мужики, Аксакала обижает. Врет собака, врет. Не вру.